Жаль, подмога не пришла, подкрепление не прислали. Почти двое суток горловские милиционеры удерживали здание городского управления внутренних дел. Вооруженные сепаратисты несколько раз пытались его штурмовать, требовали, чтобы милиционеры переприсягнули на верность так называемой Донецкой республике и сдали оружие. Сотрудники УВД еще накануне эвакуировали арсенал, поэтому оказались практически беззащитными перед нападавшими. С самого утра несколько сотен пикетчиков переместились от уже захваченного горсовета к зданию горловского УВД. В очередной раз потребовали сдаться, иначе расстрел. Поскольку реакции не последовало, разбили окна, выломали решетки и забросали помещение коктейлями Молотова. Пока милиционеры тушили пожар на первом этаже, один из сепаратистов влез на козырек и сорвал украинский флаг. Сотрудники УВД попытались ему воспрепятствовать, но он хотел сбежать и сорвался вниз. Сепаратисты сразу же решили, его столкнули. Начальник горловской милиции лично сбросил парня с козырька. Флаг устанавливать! Он его скинул с козырька! Разъяренная толпа выбила двери в кабинет, где забаррикадировались милиционеры. Ребята, я вам сказал, оружие никому сдавать не буду! Милиционеров стали избивать с особой жестокостью начальника Андрея Крищенко. Правда, в толпе оказались и сознательные люди, которые предотвратили самосуд и вызвали скорую помощь. Озлобленные пикетчики долго не пропускали к раненому скорую. Милиционеры обвиняли в том, что именно из-за его действий и нежелания сдаваться пострадал штурмовик. Но врачам удалось договориться, они забрали пострадавшего. Этот персонаж в камуфляже представился подполковником Российской Федерации и заявил, назначен новый начальник горловской милиции. С этой минуты начальником УВД города Горловки назначен Шульженко Александр Федорович. Для того, чтобы мы могли отличить работников милиции, которые находятся на стороне народа, у них, у каждого на правом плече возле погона будет повязана георгиевская ленточка. Оставив в УВД несколько десятков человек, сепаратисты вернулись к зданию горсовета. По официальной информации Департамента здравоохранения, в результате штурма пострадали 3 человека. У 2 огнестрельные ранения, у 1 черепно-мозговая травма. Ирина Исаченко, Олег Подоприхин, телеканал Интер, Донецкая область.